Сотрудники полиции установили, что к похищению причастен молодой человек. Была составлена ориентировка. Мопед был обнаружен в лесном массиве на Макаренко. Подозреваемый в совершении преступления был задержан неподалеку. В пункте полиции выяснилось, что 27-летний местный житель бродяжничает. Ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. На допросе молодой человек признался в совершении преступления, однако объяснить мотивы своего поступка не смог, ссылаясь на кратковременную потерю памяти ввиду сильного алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело, сочинцу грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Полицейские не исключают, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории города.